бывший монастырь Санто-Доминго-Доминиканской, расположенный в Валенчии Тетуан площади и бывший капитан-генерал Валенчии, это здание стиле готический Валенсия и барокко, основанное в 1239 году на земле предоставленных королем Джейми I. В восточной галерее открывается также глава-холл, великолепными сводчатыми пребывания, строительство которого датируется началом 14 века. Квадратная комната 12 метров, что этот сайт стороны, чьи ребра ваулт опирается на 4 центральной колонны, фасцицула до спучки этих столбцов эффективно продолжается в форме пальмы в собственных нервов ребра, что свод покоится на 4 центральной колонны, фасцицула до спучки этих столбцов эффективно продолжается в форме пальмы в собственных нервов ваулт, производит эффект невесомости и хорошо замечательной легкости. Вы можете получить доступ в этой главе номер через остроконечные арки, украшенные ажурные Windows, как эти стилизованные транец разделены. Церковь, которая заменила оригинал с очень малым, пришлось быть снесены в свою очередь, опасность разорения, третья церковь большой пропорции, построенный согласно Арчитрн готический модель завод с одним нефом и боковые часовни, начали строиться в 1382 году. Настолько просторный храм, который остается только, к сожалению, часовня Сен-Вичентей, красиво неоклассицизма, расширен и отремонтирован в 18 веке. Восстановление в этой часовне растянуть ноги недавно обнаружила, нервы и винтовой поперечной арки, готические структура часть корабля монастырского храма, сбил почти в полном объеме в 1812 году. Останки интеграл, с другой стороны, часовня Лос-Сантос-Рейс, начали строиться в 1431 ущерб Альфонсо Великодушный и завершенных в 1436 Хуан II. Уникальное спаривание этой благородной корпус, ребристый свод дает вам интерес выдающихся, необычные, это три стадии, первые два продолговатых купол имеют и наговор на пресвитеров, хотя прямоугольные часовни, две трубы на каждом углу передней стенки позволяет настолько гениальной пространственного перехода. Часовня царей, общались с церковью Сти-Винсент, имеет собственный доступ через возрождение монастыря, запись на крыльце указал с двойной архивольт на парных колонн, чьи барабанные перепонки, что герб Альфонсо Великодушный. Основные моменты этой комнаты своего дома, между готики и ренессанса, куполообразная крышка также без нервов и двойной лестница винтовая, вал камня, который общается с террасой, лестница является чрезвычайно остроумной, позволяют загрузки и скачивание одновременно двух человек без пересечения. Завершение основных частей монастырь был проведен строительство двора, вход в храм и соответствующих фасад. Это состоит из фронта в форме алтарь, разделены на два органа. Колокольня была построена в 1640 году на часть свода ризницы часовни королей, площади и состоит из широкой нижней тела в балюстрада, тело компании с двойной тосканской парными колоннами на каждой стороне, большие окна и терраса с балюстрадой, украшенные 16 пиннаклс, на которых стоит небольшое здание с фронтонами на 4 отсека и небольшим куполом. Этот храм был построен в 1755 году, и после его сноса, в 1810 году, была переделана в 1955 году по случаю 5-летию канонизации Сент-Вичентей. Фейер под руководством архитектора Эйфернт. Параллельно со строительством колокольня была построена ризница мэра, обширные залы со сводчатыми потолками расположен между конверс и глава холл северу от обители итога, как этот, претерпела недавние реставрации, его фасад, видно сегодня Пасиа де ля Чудедрлр.